Добрый день, с вами я, Александр Демидович. Веду свой блог в интернете «Полтавские тротуарные новины». Многие те, кто меня смотрят и слышат, знают о той проблеме, которая у меня существует со звуком. Я делаю видеоблоги. Ну, совершил такую покупку в интернете. Но сейчас будем распаковку делать. Потом будем, последующие я буду показывать, как будем испытывать все это, проверять. Качество работы, все, я вам покажу. Значит, по идее, это должны быть радиомикрофоны. Ну, посмотрим, что здесь. Доставка, кстати, была чуть ли не мгновенная. Я вчера в это же время сделал заказ. Ровно в это же время. То есть, организация... Ну, пока не будем говорить, что за магазин, все. Сработали быстро. Если это все качественно, будем озвучивать, рассказывать, показывать, кто это, что это совершает такие вещи. Естественно, надо понимать, что это вещи не супер дорогие. Достаточно дешево все. Сейчас мы посмотрим. Наверняка здесь нету в комплекте батареек, аккумуляторов. Ну, сейчас первый этап мы распаковываем, смотрим. Потом я куплю необходимые элементы питания, которые нужны будут для работы этого всего. Ну и, значит, упаковано все в коробочку. Я два элемента покупаю, купил. Значит, упаковано все, ну, довольно относительно. Отдельных коробок я не вижу. Значит, в комплект входит микрофон-петличка. Вот такой вот, ну, скажем мягко, не супер качество, но ничего, аккуратненько так все. Значит, далее, по-видимому, это передающее устройство, микрофон. Нет, это быстрее всего принимающее устройство, приемник. Значит, здесь вставляется одна батарейка 2А, то есть пальчиковая, не микропальчиковая. Ну, качество, ну, скажем так, на такую цену ничему удивляться не будем. Но я привык, что такие вещи можно приобретать недорогие, ну, использовать останется хорошие там элементы питания, например, уровня Duracell, например, вот такого плана. Ну, видим, что... Ну, скажем прямо, ну, на эту сумму денег. Так, да, это принимающее устройство с таким входом. Инструкция у нас вся... Быстрее всего на английском языке. Так, и вот такой вот у нас передатчик. То есть микрофон сюда включается, вставляется в разъем. Здесь у нас элемент питания. Здесь элемент питания типа крона, 9-вольтовая. Ну, посмотрим. Я же говорю, я посмотрю по цене. Смогу ли я позволить себе. Duracell по нынешним временам все-таки дорогое удовольствие, но ничего страшного. Ну, конечно. Но опять же, возвращаемся. Мы должны понимать, что качество особо требования тяжело выставлять, потому что все это достаточно дешево. Ну, будем смотреть по качеству работы. Вот оно уже не закрывается. Уже что-то не слава богу. Но я особо не злюсь, потому что я понимаю, что есть микрофоны,
качественные, и цены там, начиная, я смотрел в интернете, от 3000 и шли цифры там до 20 тысяч гривен. Но не получается уже закрыть. Как поет моя дочка, неприятность эту мы переживем. Закрыли. Здесь лямочка есть. Значит, смотрите, включен-выключен, включение-выключение, и есть громкость. То есть есть свои преимущества. Шнур мы смотрим самого микрофона, длину шнура. Ну, достаточно, да, например, я здесь его вот так вот прицеплю. Шнур можно спрятать под футболкой где-то, и на пояс, здесь на пояс специальная лямочка. Ну что, значит, следующий этап — покупка двух батареек и двух крон, да? У нас два блока, еще раз повторяю. Поэтому делаем дальше. Делаем экспертизу. Смотрим, насколько нам поможет это в работе. Получится ли, смогу ли я достигнуть того результата, о котором я хочу. А хочу я более качественно доносить до вас информацию, более качественно делать видео. Но будем надеяться. Ну, я приобрел две батарейки пальчиковые. Сейчас смотрим внимательно. И по логике они вот так вставляются. Это принимающее устройство. Индикатор не работает абсолютно. Может, я неправильно батарейку вставил. Попробуем так. Не работает индикатор. Индикация не светится вообще. Он off. Так, хорошо, в этом не работает. Сейчас попробуем во втором. То же самое, индикатор не работает. Начинает смущать. Начинаю переживать. Не работают индикаторы. Хорошо. В принимающем устройстве. Точнее, в передающем приемнике не работают индикаторы. Здесь работает индикатор. Выключено, включено. Все, здесь переживаний меньше, да? Хорошо. Ну, с закрыванием проблемы. Так, это передающее устройство, это принимающее. Но сейчас мы будем пробовать все равно его как бы в действии. У меня в камере маленький переходник. Вот такой. Здесь большой, поэтому я переходничок ставлю. Не, не сюда, там где батарейка вставлена, да? Ну, будем пробовать.
Раз. О. Раз. Один раз. Один раз, два, три. Ну сейчас раз, два, три, четыре. Ну мы видим, срабатывает. Раз, два, три, четыре. Вот так представляем себе, что так. Ну, реально понимаем, что у меня и камера пишет один канал фактически. Раз, два, три. Хорошо. И заодно попробуем. Это прием. Нужна еще одна крона для того, чтобы испытать и вторую станцию. Сама идея, я хочу все-таки... Раз, два, три, раз. Этот лучше, похоже, работает. Сама идея, чтобы оба микрофона брала одна станция. Но у меня, к сожалению, на данный момент нету кроны. Ну, когда появится, проверим. Но я не закончил свои опыты. Сейчас мы еще один опыт проведем. Но у меня еще есть вот такой мощный микрофон. Спасибо друзьям. Я хочу попробовать, работает, сможет ли это передающее устройство работать еще с этим микрофоном. Раз. То есть реально возможно еще раз. Ну, второй канал, как обычно, слабенько берет. Ну, я не знаю, камера, похоже, приспособлена. Водка есть такая. Все время что-то шумит. Раз, два, три. Ну, видим, да? С этим микрофоном тоже получается. Я так говорю, я вам скажу. Звук с опозданием приходит, я говорю, а звук запаздывает. Доли секунды, ну... Ну, вообще, все это шум слышу, фонит. Но, говорят, 20 метров расстояние между принимающими и выдающими. Уже аж интересно, что это шумит. Ну, будем надеяться, что это все временно. То есть, тот, с кем я работаю, может и на расстоянии без провода общаться с вами, с камерой. Ну, будем надеяться, что будет получаться то, что я задумал.
Всем удачи. Спасибо продавцам.